Также индустриально, но совсем нестандартно в этом году проходит неделя без турникетов. Напомним, это мероприятие проводится для студентов высших и средних учебных заведений. Будущим специалистам показывают работу ведущих предприятий изнутри. Предприятия в свое время поняли о том, что те студенты, которые к ним приходят, они не совсем понимают, что от них ждет завод, какими они должны обладать компетенциями и чем вообще заниматься. У многих представлений о заводе осталось, ну, примерно из картинок 50-х годов прошлого века. Сориентировать профессионально и помочь в выборе специальности. В предыдущие годы по заводам и фабрикам устраивали экскурсии. В 2020-м в связи с пандемией туры по промышленным гигантам проводятся в онлайн-формате. Для мероприятия выбрали площадку «Точка кипения», расположенную в Ульяновском госуниверситете. Собравшиеся студенты отправились в киберпутешествие по заводам прямо из аудитории. Это очень важно, так как в будущем нам придется выбирать работу среди этих предприятий, и чтобы знать в будущем, что нам там нужно, что мы будем проходить, чтобы иметь какую-то практику в дальнейшем. Программа «Недели без турникетов» разноплановая и насыщенная. В мероприятии задействованы заводы «Искра», «УАЗ», «Механические патроны» и «Станкостроительные заводы». «Авиастар» и «Димитровградский автоагрегатный завод» также изучат будущие специалисты. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.